Всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, и это начало моего нового летсплея, новейшие приключения. Ну и вот, и что это за новый летсплей? В принципе, играю сейчас на самой новой версии, как я уже обещал, на 14V34D. Это она вышла сегодня, в принципе. Ну тут ничего особенного не добавили, только баги исправили и все. Ну и в принципе вот, мы начинаем на прелизе 1.8, кстати, скоро должна выйти 1.8. И так что вот, заспаунился сам не знаю где, где-то около березового биома. Ну и вот, и в принципе я тут не хочу выживать, потому что у меня какая-то аллергия на березовый биом, у меня тут немножко подлагивает. Давайте еще достижения будем выполнять. У меня уже что-то некоторые выполнены или не выполнены. Ага, вот. Нажмите Е, все, отлично, первое достижение выполнили. Ну и вот, и пока что мы будем так выполнять достижения, а потом можете уже писать. Ну сейчас можете не писать, потому что вначале должен выполнить классические достижения, чтобы, ну хоть чтобы что-то выполнить. Ну и вот, давайте вначале сделаем кирку, меч каменный. Ну сейчас я добуду, естественно, камень, потому что тут овечки, они нам пригодятся скоро. Так, я думаю, звуки погромче надо сделать, потому что без звуков скучно. Думаю, на 100% хватит. Ну и вот, и давайте отправимся в какой-нибудь биом, не знаю, в полянку, что ли, или в какой-нибудь лес, что это? Майнкрафт лог. А, ясно, ясно, ясно. Надо уже эту фигню еще выключить. Айдишник. Я не привык к нему, как его выключить? Так, на F3 нужно нажать, и... все, выключился. F3 и русскую букву R нужно нажать. Зажать, точнее. О, отлично, у нас ростки уже есть. Ну и вот, давайте, в принципе, сейчас сделаем кирку. Отправимся за камнем. Там дальше уже убьем овечек. Так, надеюсь, нам какой-то данж попадется новый. Кстати, еще если мы подойдем к океану, то есть там уже новый данж спавнится. То есть очень много интересных вещей в Майнкрафте появилось. Так что, я думаю, можно сказать, на бета-версии мы начнем играть. О, кстати. Ни одному слышится скелет где-то тут ходит. Ой, что это я нажал? Зачем я нажал? Ну вот, так что давайте попробуем его найти. Может там пещера, может там какие-то вкусности свои будут. Так что давайте сразу отправимся к нему. Но я думаю, я его не найду. Так, кстати, теперь... Да-да-да, я вспомнил. Вот новое нововведение, очень интересное и хорошее. То есть смотрите, теперь из овец будет выпадать мясо, да. Овечина, короче, как так, я не знаю, как это мясо точно называется. Давайте все-таки убьем овечку, посмотрим, так ли это. Давайте. Да, смотрите, нам мясо овец. Овцы Реф Мутон. Не знаю, как это переводится, но в один уже официально 1.8 там переведут. Пока что так по хардкору. Так. Где-то еще одна. А, вон она, еще одна. Так, я вижу еще одну овечку. Сейчас мы сходим к ней. Так, давайте сейчас крафтим печку. Еду переплавим, то, что нам будет очень нужная скоро. Не хочу умирать с голодом. Ну и вот, этот летсплей я хочу сделать очень длинный, то есть это не как обычный летсплей, там, не знаю, убить дракона и все, а то есть будут много чего интересного. Будем прокачивать деревни, там, строить очень много построек интересных, ну, короче, много чего будем делать. Так, о, там новый, о, обожаю этот биом, классный, давайте через него пройдемся, но там я не буду строить дом, мне он почему-то напоминает из мода «Сумеречный лес», просто очень похоже для меня. Я не знаю, сколько эта еда восстанавливает единиц, ну, сейчас испытаем, узнаем все. Так, все, я думаю, мы уже все набрали. У нас 5 шерсти, отлично. Теперь нам ночь уже не страшна. Все у нас идет хорошо. Что с достижениями? Это у нас крафчено. Каменную кирку у нас здесь и требуется обновка. Золотую кирку сделать, что ли? Ладно, я не понял. И зря я так промолчал. Ну и вот так, у нас... и она восстанавливает 3 единицы вроде как. Ну, в принципе, нормально. Так, на кирку мне не хватает, так что пока это все переплавляется, сходим еще раз, добудем немножко булыжника. Так, и найдем, попробуем скелета, нет, не хочу глубь уходить. Будем рыть метро. Кстати, тоже еще какую-нибудь железную дорогу построить на километр, то есть 1000 рельс скрафтить, это очень много. Ну да, нам придется много потратить железа и много ресурсов, ну ладно, как-нибудь прорвемся, это же ведь входит в достижение, как-никак, вот. Стук галет. О, железо, отлично, отлично, отлично. Все, отлично. Так, где? Ага, верстачок. У нас палок маловато. Нужно дерево. Давайте добудем досочки. Так, вот это... А, вот все, дерево. Все, отлично. Что я уже хотел, да, точно, сделать кирку. И сделаю топор, в принципе, потому что топор тоже нужная вещь.
Кида уже вижу. Приготовилась, отлично. Так, как-то я уже забыл кирка и крафтить, все вспомнил. Можно такое забыть. Кто-то играет в Battlefield 3, мне оповещение пришло, может быть, вы слышали. Так вот, железо. Одно железо, вы издеваетесь? Это что за блок еще? А, это обычная земля. Мне показалось, что какой-то другой был блок, особенный какой-то. Что? Нигде нет. Еще железо. Одно железо на пространстве попало. Ладно, я хочу найти ту пещеру. О, вот и пещера. Оружие. Оружие у нас, да, у нас оружие есть. А вот еще немножко железа добудем мы. Я думаю, уже к ночи мы выйдем отсюда. В принципе, тут, к счастью, есть пещера. Да, жалко, что из нее надо выходить. Но я не хочу тут выживать, как вы понимаете. Слушайте, а может все-таки повыживать тут? Хотя, не, пещера очень маленькая, сейчас мы ее уже обыщем. Так, отлично, новое достижение. Так. Вот, давайте добудем этот блок. Называется он гранит. Из него можно гранитовую пластину сделать. Я хочу строить дом из новых блоков. Вот из таких, например. Обновляться, короче. Нормально уже. Кстати, вот знаете, вот я вот усердно играл в Майнкрафт 1.4.2, 1.4.7 вроде бы. Вот знаете, я там все крафты знал. Все очень хорошо знал. Это было, короче... год и 7 месяцев, год и 9 месяцев, возможно. Ну и сейчас я хочу заново пересоздать свою жизнь нормально. Начать играть в Майнкрафт, так серьезно, все очень классно делать. Все вещи крафтить интересные. Ну и вот, пожалуй, начнем с чистого листа. Ведь в этой версии очень много чего нового появилось. Вот, кто не знает, тут новые данжи, новые мобы, новые опасности. Очень много чего нового, короче, это очень классно. Мне еще понравилась такая тема с эндер-чешуйницами. То есть будут новые чешуйницы, эндеры, они будут нападать на эндерменов, как это странно звучит. Свои же нападают на своих. Хотя ладно, мне это во всех играх почти свои нападают на своих. Допустим, на PvP сервер заходишь, там нападают же люди. То есть, а люди это все мы, и мы нападаем на своих. Ну, короче, надеюсь, вы суть поняли. Так, уголь отлично, уголь нам тоже нужен. Еще какой-то гранит, да, это гранит. Отлично, удачно сходили. Вот только я вот пошел за одним блоком железа, и вот что я уже нахожу. У нас уже 16 блоков железа, это очень хорошо. Я бы с радостью согласился тут выживать, но мне не нравится, как я уже говорил. Березовый биом, и тут еще не исправили такой вот баг, то, что он понижает FPS, я не знаю. Точно, я уверен, что он понижает FPS, я в это верю, потому что у меня реально тут меньше FPS, чем в других местах. Сейчас у меня стабильный 60 FPS. Но это потому, что я немножко дань перерисовки уменьшил. До 60 чанков. Ой, до 6 чанков, 6 чанков перепутал. Ну еще причем мне тут Optifine нету. А Optifine, как вы уже знаете, он очень хорошо помогает. Так, у меня сейчас кирка сдохнет. Мне лень новую делать, так что давайте будем давать за... О, сколько у нас гранита уже. Последний уголь добудем. Тут у нас еще добывается. Так, отлично. Последний. Нет, слушайте, кирка долго ждет. А, все, сломалось. Ладно, давайте выйдем на улицу. Я так полагаю, что сейчас ночь уже, наверное. Нужно часы еще скрафтить. Короче, все крафтить. Блин. Классно тут, слушайте. Я думаю, первую серию тут можно переждать. То есть тут обыскать эту пещеру. Потому что она мне понравилась, эта пещера. В общем, переплавим сейчас железо. Так, а ну пока что мы все это подождем. Пока это все переплавляется. Ну и вот, в принципе, тут у меня уже все приплавляется. Я думаю, это пока что этого достаточно. Ну а достижение куй железа пока что, бла-бла-бла. Я тоже подобывал немножко досок и поспал, конечно же. Там уже ночь началась, потому что... Так. Вот возьмем, сколько у нас тут факелов? 20 факелов. В принципе, этого, наверное, достаточно. Сейчас сделаем железную кирку. Так, все, мы сделали железную кирку. Кстати, вот, достижение. Яблоко. Build a notch apple. Построить ночь яблоко? Что? Я сам не понимаю. А, наверное, съесть золотое яблоко, я так понимаю. Так, ну что ж, проехать на вагонетке более 1 километра за раз. То есть нам нужно просто ехать километр, найти рыбку. А дальше там уже найти алмазы. Отлично. Так, музычка играет, не даст нам соскучиться. Вот, сделаем так, железную кирку я уже сделал, даже не заметил. Все, давайте сходим в шахту. Пещеру, то есть. Я тут уже запутался. Так, вот, я тут полагаю, тут вход.
Так, это у нас что? Что за блок, кто-то такой? Диорит. Не, диорит мне не нравится, он какой-то лечебный. То есть выглядит как докторский блок, можно даже так назвать. Так, так, кирка мне сломалась, отлично. Мы будем пользоваться железной, получается. Зачем я добываю диорит? Просто так добываю. Я, наверное, из него сделаю... Ну, что из него можно интересно сделать? В принципе, ничего интересного из него, наверное, нельзя делать. Кстати, вот так можно строительные блоки делать. Вот таким вот образом. Получается плитки. Вот. Ну, и с гранита то же самое. Но гранит, мне кажется, он более приятнее выглядит, чем диорит. Так, отправим... О! Железо, железо я пропустил. Отлично, железо. Так, подумываем железо, конечно же. У нас уже дофига железа за серию первую. Снимаю уже где-то, наверное, 10 минут. Ну, закончим где-то на 15-й минуте. Ну вот, как уже отправимся в путешествие. То есть это не путешествие, это временная остановка. У меня остановка FPS, и меня скорее заметил. Прячемся. А я тут. Оп, поливная атака. Все, убили скелет, отлично. Так, у нас уже 5-й уровень, отлично. Как быстро левел, все идет, это хорошо. А, да, точно вспомнить хотел. Забыл сказать то, что многие, наверное, знают мод Enchant Plus, но если кто не знает, этот мод показывает, как у тебя вещь зачаровываться будет. То есть, знаете, допустим, никто не знает, как вещь будет чароваться. Все устанавливают этот мод и знают, как она на что она зачаруется. Но с новой версией там можно будет узнать легко. То есть там добавили эту функцию. У тебя будет написано, что зачаруется меч. К сожалению, пока что на английском. Это очень печально. Но как-то так можно еще играть с ним, выживать. Ну и вот, так что это будет очень удобно, полезно. Очень полезная функция. Теперь не будем левел тратить впустую. Только теперь там будет чароваться не бесплатно все, как раньше было. Не только за опыт, а за лазурит еще. Ну ладно, лазурит, в принципе, не так уж и важен. Был, только для красоты нужен был. Ну, в принципе, как и диорит, гранит, ну и так далее. Так, все, железом подобывали. Не, мне за этим железом лениво идти. Тут что, лава? Да, тут лава, я был прав. Конечно, большая пещера. Я не хочу тут оставаться, не хочу в пещерах ходить, ненавижу в пещерах уже в последнее время ходить. Ну, а это что за блок? Это что? Это у нас ансид. Ансид, как-то так называется он. Так, я хочу хотя бы на сет. Ну, в принципе, да, у нас уже железа много. Но все-таки такая возможность, так что я тут останусь немножко. Может быть, даже алмазы найдем. Это офигеть будет. Отлично. Отличное начало у нас, кстати. Вот так серию начать. Ой, назвать. Все, тут мы закончили. Спустимся вниз, еще ниже. Так, аккуратненько. Аккуратненько, в лаву не задеваем. Тут факелы. Вот, вот и уголь тоже добудем немножко. Так, сколько у меня угля? 36. Добудем хотя бы, я не знаю, стак угля. И этого на долгое время хватит. Нет, мы тут еще не закончили. Всего у нас 47 угля. Давайте, возможно, ну, еще ниже спустимся, потому что я так хочу найти алмаз за первую серию. Это будет вообще очень удачное начало. Там алмаз нашли, железо нашли. Дерево дофига добыли, очень много чего добыли. И за короткое время, конечно же. 59. Мне остается 3 угля добыть. Все. Все, пускай будет ровно стак, отлично. Так, отправимся туда. О, еще ниже, отлично, то, что я хотел. Так, вообще мобов нету. Странно, как это все это происходит. Ни одного моба практически. Где они? О, лазурит. Я уже говорил, что он нам пригодится для зачарования. Ну все, это уже очень много. Сколько у нас? 26 лазурита. Это уже много. Так, где-то тут пещера. На какой мы высоте? Вот, тут написана моя видеокарта. Так, я не знаю, на какой мы высоте. Блин, я не понимаю. Где высота? А, все вижу, все понял, где высота нарисована. Неудобно придумали моджинг с этой фигней, с новой F3. С новой менюшкой, точнее. Так, вот. О, отличное пространство. Тут и алмазы обычно спавнится. Тут алмазы. Редстоун даже добыли за первую серию. Да это вообще идеально все идет у нас. Ну все. Сваливать надо. Сваливать! Блин, ну это снова нужно добыть. Так, где у нас булыжник? Земля, ладно, сойдет. О, еще редстоун. Уже на механизм хватает. Дофига просто редстоуна.
Так, может, и алмазы повезет, если найдем. О, даже 10 левел, отлично. Ну все, я думаю, сколько у нас? 45 железа. Нашли мы ресурсов большой ка. Стоп, там что-то есть. Главное, шифта не встать. Нет, пойдем на ту сторону. Обычно, когда я пропускаю стороны, там алмазы попадаются, там в креативе тестировал, знаете. Не дарыл, а там алмазы. Булыжник у нас не так уж и много, к сожалению. Ну ничего, когда будем там строить шахту, у нас его будет много. Так, аккуратненько. И аккуратненько, все. Нифига у нас редстоуна. Больше стака. Все, тут мы поставим... не буду ставить фляги. Ладно, пойдемте на поверхность. Нам нужно хотя бы как-то выбраться на поверхность. Так, дорогу я точно не забыл. Нам туда надо. Все, отлично, сейчас будем выбираться на поверхность. Там, наверное, уже опять ночь, хотя вряд ли она так быстро наступила. О, золото, я тоже добуду. Сделаю золотое яблочко, получу достижение. Одно золото, красное, одно яблоко. А, не, там нужно... Она по-другому крафтится, точно. Так, подзабыл я уже немножко. Вроде бы туда. Наверх. Да, точно, я в правильном направлении иду. Вот это лава. Можно сказать, уже выбрались. Так, точно туда. Все, и вот наши родные места. Чтоб, что там? А, тут выход, и там зомби стоит. Угу, все, ночь, так я знал. Нам нужно поесть. А, не ночь. Наверное, уже вечер. Ну да, скоро вечер будет. Так, все, можно забирать все эти вещи. Я думаю, сейчас, в принципе, уже в следующей серии можно отправляться. Ну что ж, пожалуй, на этом закончим. С вами был Скритор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!